Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Друзья, у меня вот к вам такой вот вопрос и такое предложение, и я даже не знаю, как сказать. В общем, смотрите, сейчас я веду частную переписку с множеством своих подписчиков в связи с тем, что происходит у меня тут на канале. И мне люди дают советы, очень много советов я получаю, всем огромное спасибо за советы, за поддержку, которую вы мне оказываете. Некоторые даже материальную поддержку оказывают, спасибо большое, потому что как бы, ну, сейчас ситуация такая, что в принципе я нуждаюсь в этой поддержке, и материальной в том числе. Значит, мне подсказывают даже вплоть до того, какую одежду мне нужно одевать для того, чтобы как бы я производил вот эти свои видеозаписи, потому что смотрит очень много людей, обращения достаточно серьезные такие, поэтому приходят, значит, такие пожелания о том, что мой канал можно переформатировать, что можно из канала сделать очень большой, ну, востребованный, скажем так, канал, который будет, войдет в топ. И вот на основании этих частных переписок и на основании моих таких советов я хотел бы, знаете, что сделать? Я хочу найти менеджера канала. То есть сейчас как бы канал, он, я полностью и автор, и ведущий канала, я снимаю какие-то ролики, я же и оператор, и все на свете. Мне нужен такой человек, который поможет мне развить мой канал. То есть я считаю, что в принципе возможностей зарабатывать достаточно много. Это и обзоры каких-то товаров, да, и проведение семинаров где-то на выезде с людьми, и веб-семинары такие, то есть вебинары, да, то есть в принципе зарабатывать деньги на канале можно. И развивать канал — это будет просто замечательно. Но я не обладаю такими менеджерскими, скажем так, возможностями. Поэтому, если у кого-то есть какие-то предложения, если есть какие-то пожелания, может быть, кто-то откликнется и захочет работать и помогать, собственно говоря, то я готов сотрудничать с кем-то. И там, ну, не за какую-то зарплату, потому что как таковой сейчас нет, а за процент от дохода канала, чтобы человек был просто как бы заинтересован. Может быть, кто-то из волонтеров, скажем так, который разбирается во всех этих вопросах, сможет мне помочь. Поэтому я жду ваших предложений. Внизу вы видите адрес, по которому со мной можно связаться. Буду очень рад сотрудничеству. И да, я даже знаю о том, что, да и вы мне говорите о том, что в принципе канал перспективный, и если его подформатировать, подправить нужное направление, там, может быть, картинку как-то снимать. Тем более, вот смотрите, какой момент. Сейчас у нас есть база канала. То есть я построил здесь достаточно много, и можно здесь даже сделать, я вот планировал на следующий год это сделать, это небольшой вольерчик поставить, да, какую-то гостиницу, какую-то корректировку проводить, то есть поведение собак, то есть, допустим, исправлять поведение. Ну, в общем, или передержку. Ну, я говорю еще раз, есть сам канал, который имеет большое количество подписчиков, есть база канала, которую немножко нужно достроить, довести до ума. Ну и, собственно говоря, вот он есть я, и мне нужен человек, который поможет направить все эти вещи в нужном направлении. Всем спасибо, с вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. Спасибо.